300 миллионов на завершение долгостроя на улице Химиков. Судьбой объекта заботился Фонд защиты прав дольщиков. Речь идет о многоэтажке, которую начали возводить 14 лет назад. Сейчас предстоит найти очередного подрядчика. Сделать ему придется много. Убрать некоторые конструкции, завершить каркас здания, смонтировать крышу и провести коммуникации. Сдать дом в эксплуатацию планируют в первом квартале 2023-го. Строить его начинала компания «МиГ-21 век» в 2008 году. СМИ сообщали, что ее руководитель стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. В 2011 году намерение закончить историю с проблемным зданием изъявило дочернее предприятие мостовика. Но застройщик в итоге на объект так и не зашел. Дальше работы продвигались крайне медленно. Поставит ли новый подрядчик точку в эпопее, покажет время. Для начала нужно найти того, кто займется объектом за 300 миллионов рублей.